Мероприятия памяти Ефима Моисеевича Фомина в 14-й школе областного центра проходили регулярно и раньше, однако такого масштаба еще не было. Открытый военно-спортивный турнир собрал на одной площадке представителей различных учреждений, организаций и ведомств. Только учебных заведений – 7. Организаторы надеются, что инициатива станет одной из традиций города. Наша школа носит имя полкового комиссара, защитника Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина. Поэтому, конечно же, 15 января – день рождения Фомина, и наша школа проводит ежегодно недели, посвященные памяти этого героя. Ну а в этом году совет школы решил провести открытый турнир, первый открытый турнир по военно-спортивному многоборью среди школ Московского района. Конечно, целью этого турнира является то, что мы хотим, ну, во-первых, увековечить память Ефима Моисеевича Фомина. Во-вторых, это, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание нашей молодежи, что сейчас очень актуально. Ну и, конечно же, приобщить детей к здоровому образу жизни. Соревновательную часть программы предваряли показательные выступления. Перед участниками выступил разведвзвод 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Свои таланты продемонстрировали и каратисты. Последние, к слову, тренируются в секции, открытой на базе 14-й школы. В программе церемония открытия было и танцевальное отделение. Я с радостью участвую в этом турнире. Конечно, такие турниры необходимы для поддержания боевого духа школьников, а также и других людей. Сейчас я участвую как выступаю, как танцор, а вообще, ну, думаю, что такие мероприятия нужны, чтобы посмотреть, на что люди способны, посмотреть свои моральные качества, качества физические, психологические. Подтягивание и поднимание гири, дартс, разборка и сборка автоматов, военно-спортивные эстафеты и перетягивание канатов. У турнира немало этапов, интересных и непростых. Однако участники были максимально сконцентрированы и настроены на успех. Хотя, по их собственному признанию, первое место не единственная и, пожалуй, не главная цель. У меня родители военные, вот, школа имени Ефима Моисеевича Фомина. Поэтому я принимаю активное участие во всех таких подобных мероприятиях. Это всегда интересно, это увлекательно, остается честь школы. Это того стоит на самом деле. Наша 24-я школа приехала с целью поучаствовать и, конечно же, победить. У нас очень хорошо развито патриотическое воспитание. Мы несем вахту в Брестской крепости каждый год. И желаем всем участникам хорошего настроения и победы. Открытый военно-спортивный турнир состоялся и оказался действом увлекательным и полезным, что, безусловно, позволит ему претендовать на развитие в будущем.